Если хвалитесь сродством, то должны подражать и добродетели его, чтобы не искали, что вы справедливо ищем убить тебя. Он выставляет причину. Вы, говорит, беснуетесь против меня не за другое что, как за то, что слово мое превышает ваше разумение и не вмещается в вас. Да. Между тем... Володя, дай ему место прыгнуть, со стула сойди. Вот она где. Она не может залезть. Вот, теперь все, маленько гляди. Она увидела мать, там у нее сидит, мать. Ей к матери охота. Все. Так. Все, встретились. Это как интересно. Там не может запрыгнуть, она пошла потуда. Значит, она соображает и вокруг идет. И ты мешаешь, она никуда ты голову подняла. И... Между тем, за это нужно было бы не убивать, а уважать, почитать. И сильнее желать, чтобы я научил в высоте догматов. Чтобы опять не сказали ему, что мы из-за слова твоего справедливо ненавидим тебя. Потому что ты говоришь нам не от Бога, а от самого себя. И потому мы не можем принять твое учение. Он прибавляет. Я говорю не сам от себя, но говорю то, что видел отца моего. А вы делаете то, что видели отца вашего. Вот это слова теперь главные берут ко всем евреям, что у них дьявол отец. Я, говорит, возвещаю божественное и небесное, и тем являю отца моего. А вы своими делами являете отца вашего, то есть дьявола. Когда слышишь все слова, я говорю то, что видел, то не думай о телесном видении, но разумей знание естественное, истинное и самое верное. Как глаза здраво видящие дело и истину видят истинно и не обманываются, так и я истинно говорю то, что узнал от отца. Конец толкования. Вот, видишь. Снег не выпал, я гляжу на улице. Время-то сколько сейчас у нас? Полшестого, да? Ну все тогда на сегодня толкование. Сейчас я буду записывать события дня. Забыла, какая была. Восьмая. Ну все. Как у меня заряда Nokia не заряжает нисколько вообще. Ну так мою заряду. У вас ее тоже будет еще там? Нет. Ну, шпаль тут ходит. А вузку отдали Надежде Васильевне. Там она мышек гоняет. Пока ну, мышей-то ловит? Нет, зажги свет там. Чего вы говорите? Мышей ловит, нет, пусть. Да я не знаю, а? Сидит. Не видела? Может, ночью поймала, не знаю, но сидит на страже.